Здравствуйте. С праздником. На днях меня спросили, как правильно писать «экстремальный» или «экстримальный». Конечно, «экстремальный». А почему? Ведь есть «экстрим». «Экстрим» в данном случае не может быть проверочным словом, так как оба заимствованных слова пришли в наш язык в разное время, и их написание отражает произношение слов в языках-источниках. Иными словами, «экстремальный» – это непроизводное от «экстрима». Первым в наш язык пришло слово «экстремальный». Происходит оно от французского «экстреме», которое восходит к латинскому «экстремус» со значением «крайний», «конечный». Произносится там именно «э». В русском языке просто-напросто сохраняется орфография языков источников. Словари фиксируют у родственного прилагательного «экстренный» два значения – «срочный», «спешный», «экстренный вызов». «Чрезвычайный» – второе значение – «непредвиденный», «экстренные расходы». У слова «экстремальный» отмечается одно значение – крайне необычный по трудности сложности. А вот слово «экстрим» пришло к нам совсем недавно из английского языка. «Экстрим» пишется «е», но произносится «и». Естественно, в русском языке это слово пишется через «и», сохраняя исходное произношение. Слово это совсем молодое, еще считается разговорным, хотя и весьма распространенным. В английском языке «экстрим» означает противоположный, обладающий высокой степенью, чрезмерный, особенный и даже выдающийся, экстраординарный как действие. Как правило, это связано с опасностью для жизни. Причины занятия экстримом различны. Для некоторых причина занятия экстримом заключается в получении предельно острых ощущений, балансировании на грани жизни и смерти, а для других это возможность постоянно поддерживать в себе чувство, обостренное чувство жизни. Так что экстрим никак не может быть проверочным словом для экстремальной, потому что появилось в русском языке намного позднее, когда написание слова «экстремальный» уже давно устоялось. И к сравнению, для тех, чей резвый нрав неусмирим, кто жить не может без адреналина, когда-то и придумали «экстрим» и стали развивать его активно. Сегодня много разных дисциплин под флагом экстремальных видов спорта, в которые поклонники пришли для ощущений или для рекордов. Поэтому один считает, что любовь наивна без экстрима, она пресна без куража. Не все, конечно же, воспримут и даже станут возражать. А другая уверена, а у нас экстрим в отношениях. Я несносна, ты невыносим. Однако «экстремал» пишется через «е». Поэтому я точно знаю, что есть чебуреки, купленные на вокзале, может только «экстремал». У поэта Александра Тарадова есть стихотворение, которое так и называется «экстрим». Приведу небольшой отрывок из него. 40 градусов жара, птицы не поют, поутихла детвора. Раскален уют, все вкрутую, злобный ра шансов не дает, мертвой хваткою жара выжимает пот. Все горит, поля, леса, даже ночью Крым. Снова наша полоса выдала экстрим. Очень своевременно, кстати. С праздником!